все. Ок, с вами Саша Сахаров. Так, можно это, я не знаю, как вести влог, иду ли я влог. Короче, я просто расскажу о том, что со мной произошло. Это случилось в понедельник, соответственно, позавчера, 11 число. Как вы думаете, что случилось со мной? Естественно, я себе повредила ногу. Теперь у меня гипс. Я сейчас покажу его, возможно. Как это случилось? Я просто прыгала через лавочку боком. И я зацепилась ногой первый раз. Мальчики пошутили, типа, сейчас бы еще упасть. То есть они имели в виду другое, наверное. Но в итоге вот. Ребят, видите? Бутоны уже подписаны. Это специальная такая марка. Ее подписал мне сам великий Дмитрий, у которого очень много фразочек. Я не знаю, слышно ли меня, потому что слышно телевизор, слышно музыку. И, естественно, меня, возможно, не слышно. Я вот ходила только что, вот недавно, травму. Знаете, что мне сказали? 20 числа приходите. Помните, где вам гипс накладывали? Предъявите эту бумажку, и вам снимут гипс, мы посмотрим, возьмите с собой обувь, возможно, мы вас выпишем. Ну, как-то так, да, ребят. Я туда сходила, я туда ехала минуты-две, была там минуты-две, и приехала обратно минуты-две. Ребят, зачем я туда ездила? Объясните мне. Ужас. О, кстати, там картина. И тут картина. Не видно, ладно. Короче, вот так вот как-то. А, еще что? Все. А еще я не знаю, что дарить моей второй половинке День Святого Валентина, так как у меня гипс. Возможно, когда придут мои покупочки, которые я тоже, возможно, вам покажу. Тогда я подарю своей второй половинке эти медальончик. Думаю, все. Всем пока. Хотя нет, стойте. Я придумаю свое прощение. С вами была Саша Сахарок. Пока!